Всем привет, друзья! Добро пожаловать в Лос-Анджелес! С вами сегодня только я, Люба, и сегодня у нас очень интересная тема о том, как инвесторы по недвижимости зарабатывают миллионы долларов в год на ремонтах и продажах объектов недвижимости. Ни для кого не секрет, что инвестиции в Real Estate Калифорнии пользуются гигантским спросом, и огромное количество людей, у которых появляются свободные деньги, инвестируют их именно в объекты недвижимости, которые со временем только дорожают в стоимости. Скоро у нас обязательно будет отдельное видео про способы заработка на недвижимости в Калифорнии, так как есть очень много путей для этого, в зависимости от того, какой у вас стартовый капитал, и мы также обсудим плюсы и минусы каждого из них. Ну а сегодня мы поговорим о, наверное, самом популярном способе заработка, с которого начинают как и мелкие, так и крупные инвесторы, под названием флиппинг. То есть это когда покупается дом в очень плохом состоянии, как вы видите позади меня, например, затем его либо первый вариант – это капитально ремонтируют, не меняя жилую площадь. Второй вариант – это когда достраивают жилую площадь и делают ремонт. Или же третий вариант – дом полностью сносит и строит абсолютно новый дом на месте старого, как правило, с немного больше жилой площадью. Выбор варианта развития, или, как говорят в США, exit strategy, зависит от долгосрочных целей инвестора, ожидаемого результата и так далее. То есть все абсолютно индивидуально. Но для того, чтобы на наглядном примере показать вам, что такое флиппинг, мы приехали к этому дому, который вы можете видеть позади меня. Он полностью отремонтирован. В нем 4 спальни, 3 ванных комнаты, и цена составляет 1 475 тысяч долларов за 210 квадратных метров жилой площади. Но самое интересное, это то, что же было на этом месте раньше. Как вы можете видеть, у себя сейчас на экране это был просто невзрачный домик с неухоженными растениями на переднем дворе. Буквально в феврале этого года его купил инвестор прямо вот в таком состоянии за 770 тысяч долларов. На тот момент в нем было 2 спальни, 1,5 ванных комнат и жилая площадь составляла 140 квадратных метров, то есть существенно меньше, чем сейчас. По виду снаружи вы можете видеть, что этот дом нуждается в капитальном ремонте. Для того, чтобы превратить этот дом в такой роскошный объект, как вы видите сейчас, инвестору необходимо было пройти через следующие этапы. Первый шаг – это нанимается архитектор, который сделает чертежи нового дома. Также архитектор будет работать напрямую с инженерами и специалистами по структуре почвы, на которой будет расположен будущий дом. В этом случае планировка дома была полностью изменена. Второй шаг – это когда все чертежи архитектором уже подготовлены, этот пакет документов отправляется в город на получение разрешения на постройку, или, как говорят на английском, permits. Этот процесс может занять от 3 месяцев аж до 3 лет, в зависимости от района и объема будущих работ. По этой причине очень многие инвесторы избегают таких районов, как Венес, Санта-Моника или же Вест-Голливуд. А в этих районах процесс одобрение планов очень непредсказуемый и затратный как по времени, так и по деньгам, что отталкивает очень многих инвесторов. Ну и третий шаг. После того, как планы строительства одобрены городом, инвестор нанимает general contractor, то есть строительную компанию, для начала стройки. Большинство работ запрещено делать без разрешения, поэтому лучше ничего не начинать, пока весь процесс и план не был одобрен городом. Важно заметить, что все general contractors Калифорнии лицензированы, и у них обязательно должна быть страховка. Ремонт, застройка занимает в среднем всего лишь 6 месяцев, поэтому такой вариант заработка очень даже подходит начинающим инвесторам. Ну что ж, друзья, а теперь давайте о главном, о затратах и возможной прибыли. Нынешняя цена 1 475 тысяч долларов. Дом был куплен за 770 тысяч, но это еще не все. Из затрат мы должны учесть следующее. 15 тысяч на архитектора, еще 15 на новую крышу и сам ремонт с достройкой ориентировочно 175 долларов за квадратный фут, то есть 400 тысяч в случае этого дома. И плюс еще комиссия риэлторам и документооборот с налогами примерно 100 тысяч. Итог. Общая сумма затрат составляет 1 300 000 долларов. При продаже по текущей цене мы получаем чистую прибыль в размере 175 тысяч. Это очень хороший заработок при такой сумме инвестиций. Ну а многие наши клиенты – это те же бизнесмены, для которых недвижимость является высокоприбыльной деятельностью. С ними мы работаем по программе, которая включает в себя поиск домов с хорошим потенциалом, а также полный анализ прибыльности разных вариантов, то есть exit strategy. После того, как подходящий план действия выбран нашим клиентам, мы работаем тесно с архитекторами, строителями и дизайнерами, чтобы планировка была самая оптимальная и все детали соответствовали текущим запросам рынка. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что эта информация была вам полезной. Интересной. Со всеми вопросами вы можете обратиться к нам, и мы с удовольствием на них ответим. Спасибо всем огромное за просмотры, подписку и спасибо за лайки. До скорой встречи, друзья. Пока-пока.